правительстве новые назначения. Заместителем председателя кабинета министров Чувашии, исполняющим обязанности министра экономического развития и имущественных отношений, стал 40-летний Дмитрий Краснов. Соответствующий указ подписал в Рио главы региона. Уроженец Чувашии Дмитрий Краснов в последнее время работал в Москве. Он был генеральным директором одной из страховых компаний. В этом году дошел до полуфинала в конкурсе управленцев «Лидеры России», инициированного президентом страны.